Правительство России рассматривает проект субсидирования авиаперевозок в Крым. Если его примут, то из 8 городов Урфу билет до Симферополя, например, будет стоить от 4 до 7 тысяч рублей. Как сейчас туристы добираются до курортов, выясняла Анастасия Горохова. Регистрироваться на рейс до Симферополя-Батенко отправились почти всей семьей. Второй год подряд весенний отпуск родственники проводят на Крымском побережье. Всесоюзная здравница, в отличие от далеких пляжей Таиланда, оказалась по карману всем. Симферополь с сыном лечу. Папа наш там уже встречает нас. Хотим отдохнуть. За границей уже были. Хотим у себя побывать. Наконец-то это доступно. Билеты очень приятные цены. Слетать в Крым и обратно из Екатеринбурга можно за 10-13 тысяч рублей. И хоть на курортах сейчас плюс 10, самолеты заполнены под завязку. И это при том, что рейсы в расписании стоят ежедневно. Там в свое время с мужем были дважды. Есть на что посмотреть, история кругом. Ну и потом в свете 70-летия Победы посетить Севастополь, панорама, диаграмма, чтобы знали, что это такое. В этом году российское правительство предложило увеличить список городов, которые попадут под программу субсидирования перелетов в Крым. Если проект примут, в Урфу дешевые билеты по 4-5 тысяч будут продавать в Кургане, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске, Челябинске, Магнитогорске и Екатеринбурге. В прошлом году напрямую из Екатеринбурга в Симферополь летали более 43 тысяч пассажиров. Это в 3 раза больше, чем в 2013 году. Мы полагаем, что в этом году спрос на это направление тоже будет достаточно высокий. В ЖД-кассах в разгаре продажи единых проездных билетов. Один талон на поезд до Краснодара или Анапы, другой на автобус до Керченского пролива, плюс паром до курортного города. Отправляйтесь до Краснодара 8 мая 15-12, 346 поезд. И далее вы едете автомобильным и морским транспортом с Краснодара до Керчи. В прошлом году в целом по компании было оформлено более 300 тысяч пассажиров на сети дорог на территории Свердловской железной дороги в билетных кассах. Это более 25 тысяч пассажиров. Воспользуясь данной услугой, уже в этом году с момента открытия продажи мы оформили более 350 пассажирам единый. Путешествие по суше обходится в 4-6 тысяч. За такую же цену весной можно купить билет на самолет. Будут ли летом субсидировать перевозку уральцев, решится в мае. Анастасия Горохова, Вадим Шолохов, информационная программа «День Екатеринбург».